еще на прошлом релизе эти злые норвежцы сумели таки впервые за 20 лет нарулить себе по-настоящему крутой звук, обволакивающий слушателя басовыми гармониками словно бархат. Собственно, и два года спустя музыканты продолжают совершенствовать свои навыки сочинения разрушительных рифов, и теперь их действительно не в чем упрекнуть. В Imperial Congregation перед слушателем предстает группа, сделавшая еще один шаг вперед в своем развитии. Не знаю, может, на их рифовое чутье повлиял коронавирус или им посчастливилось вовремя привиться спутником, но теперь в музыке еще больше, чем раньше, чувствуются фундаменты опора, надежность и стабильность. Вы смотрите Tag The Music, меня зовут Динар, и сегодня обсуждаем новую пластинку Death Metal формации Blood Red Throne. В очередной раз Blood Red Throne доказывает всем критикам и слушателям, что подход к дэт-металлу у них отличается своеобразием и требует от зрителя более вдумчивого и внимательного созерцания их искусства. При всей тяжести и монолитности саунда нельзя сказать, что он способен проломить вам череп, но и без подобных излишеств Imperial Congregation слушается просто великолепно, песня за песней. Грамотная смена акцентов и темпа, талантливое изобретательное развитие музыкальных идей, комфортная читаемость всех инструментов, нетривиальные структуры композиции. Все это делает альбом просто обязательным для прослушивания всем, кто любит тяжелый, качающий death metal, который при этом не деградирует до уровня монотонной долбежки. Даже там, где они, казалось бы, начинают топтаться на месте, как, например, в Transport Existence, музыканты приправляют повествование креативным соло-проигрышем, и композиция просто расцветает на глазах. Бас-гитара, которая на этой пластинке стала слышна еще лучше, время от времени стремится превзойти роль аккомпанимирующего инструмента и перехватить инициативу, дополнив музыкальные полотна собственной палитрой звуков. Это случается нечасто, зато всегда к месту, как, например, в Concord Malevolence. Среди самых удачных треков следовало бы отметить идущий вторым номером Action Aetica, всю ту же Concord Malevolence, We All Bleed и Consume Delusion. Напористые рифы здесь мне сильно напомнили англичан из Ingested, которые в прошлом году тоже отметились просто сногсшибающей зубодробительной пластинкой. В несколько необычном амплуа предстает Inferior Allegiance, а Hero Antics обязательно порадует своим искрометным соло на гитаре. Наконец, для тех, кто любит растягивать удовольствие, в финале альбома припасен 7-минутный Death Metal Epic. Blood Red Throne — это прущий вперед локомотив, который, невзирая на погоду и обстоятельства, прокладывает себе дорогу сквозь орду демонов и ковидных ограничений. Да, вокал здесь не блещет разнообразием, все по канонам, но инструментал этим не грешит. Это, конечно, не опус, заигрывать со светом тенью здесь никто не собирается. Парни из Blood Red Throne действуют более приземленно, делая ставку на качающие отлитые из титана рифы и вносящие разнообразие в звук теми экспериментами, которые гарантируют им благозвучный по меркам дэд-металла результат. Ну а вы смотрите Attack the Music. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. До встречи в новых обзорах. Пока.